Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Приехали мы сегодня с ребятами на полигон Дретунь пособирать грибочков. Вчера с Саней были на разведке в ближайших местах возле Полоцка, как бы грибы пошли, и мы уже поехали целенаправленно за грибами. И вот сразу вот залез я в такой вот окоп, бывшую земляночку. И стоят такие красавцы-боровички. Поэтому, думаю, грибы будут и будет что вам показать. О, как стоят красавцы. Ребята там ходят, делят один гриб на двоих. Я тут уже три гриба нашел, а они все поделить не могут. И вот такой вот подберезочек. И вон еще дальше подберезовик стоит. Где можно растоптаться? Вот. Вот этот маленький, красивый такой. Санька прибежал топтать мои грибы. Да. Вот по таким вот окопам лазим. И в окопах как раз они и стоят. Вот какой стоит красавец. Гриб-боровик. Вон еще один стоит. Маленький. Вон еще один нормально стоит. О. Так он же червивый, кажется. Вот такие боровички стоят. А вот всяких грибов тут, друзья, типа маховиков. Вон. Усыпано. Мы их даже не собираем. Даже не собираем. Ну вот этот я срежу боровичок. Сашка его все равно не видел. Срезай. Вот, если тут еще поискать, наверное, будет много. Просто надо внимательно смотреть по этому мху. И отвлекаешься на эти маховики. И вот, вот сколько грибов на полигоне. Но мы приехали не за ними. Приехали не за ними. Вон, грибочки, грибочки. Везде. Везде грибочки. Мы ищем боровички. Вы пираты. О, правильно, я до них еще не дошел, до своих боровичков, пока снимаю. Вот такие вот маленькие боровички. Видите, сколько грибов. А? Грибов полно. Но надо внимательно искать. Боровики мелкие, их особо не видно. Чуть торчат замаскированные. Вот. Вот здесь они такие, как надо. Какой вот боровичок. И везде, 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 везде стоят эти маховики. Маховики, козлята. И всякие разные грибы. Вот такой вот лес, красивый, симпатичный. Будем срезать, смотреть. Вон, Санька нашел гиганта. Красавец такой вообще. Вообще симпатяга. Ну, сейчас сфотографирую. Да, главная примета. Где мухомор, там и боровик. Вот, ну пока что боровичок только один вижу, но мухомора два. Ну, работает примета, как по классике. Вот такой боровичок, крепышок. А людей здесь сегодня, наверное, весь город приехал. Куда не идешь, машины, 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 и все ищут только боровики. Странно, что нету еще подосиновичков. Тут бы их столько много нарезали. Вереск, такой мох. Лес очень чистый, красивый. Полигон старый, бывший. Такие вот грибочки стоят. Вон еще боровик. Один боровичок срезал,
не показывал вам. И вот еще один стоит рядышком. А там вон. Ну, я хотел заснять его. Ну ладно. Ай, ну вот же, вот, смотри. Ну вот, вижу. Вижу. Ну пойду еще поищу. Тут должны стоять еще. Ну какой красавец. Стоит вон под березовичек переросший. Вот такой вот грунт. Мох. Но очень сухо. Дождей нету. Это очень плохо. Дождей нет, грибов нет. То есть они вылезли, люди успели собрать. Что успели, то собрали. А новые грибы не лезут. Походим, поищем. А вот и подберезовички. Тоже красивенькие. Ну, уже много переростков попадается. Очень много. Вот такой малышок стоит. Неприметный. А, грибочки попадаются. Надо внимательно их искать. Трудовые грибы в этом году. Такие вот красавцы. Мухоморчики стоят. Тоже гриб. Возьми-ка, не попробуй. Даже если пальцем ел мухомор. Сам попробуй. Такие прям как надо. Да, красавчики. Хорошие такие. Ну-ка. О! Это тебе, Саня, ответочка. Посмотрим. Ну, эти целенькие будут. О! Ага. Прям так, мусора минимально, чтобы домой принести. А я тоже счищаю. Хорошие. Вот еще боровичок. Срежем. Посмотрим. Боровичок нашел. Маленький? Ага. Единица кроха, да? Не, нормальный. Крепенький. Вот такой боровичок. Ходим по вереску. Собираем. Вот такой красавец. Санька нашел. Крепкий, красивый. Сейчас я пойду к другому. Слышь, Сань, не срывай. Еще один красавец. Грибочки идут, но их, друзья, очень мало. Точнее, их немало. Дождей нету, а людей побывало очень много. И ходим уже буквально по резаным грибам и находим, что находим. Вот еще один боровичок попал в кадр. Ходим, зашли на горочку, и стоит такой красавец. Будем искать дальше. Еще один красавец. Такая вот форма у него, как у подберезовика. Да. О, мухоморчик. О, какой лес. И сколько тут всяких грибов растет. Никто не собирает. Подосиновички начали попадаться. Санька, достань, покажи. Сколько тут? Три? Я пока только два заметил. Красными шляпками. Ага. Смотри. Во. Мало еще подосиновичков. Но есть, уже есть. Достань-ка его. Сейчас. Попробую аккуратненько. Ох ты, крепенький. В отличие от боровиков, они покрепче. Чистенькие. С красной шляпкой. О! Красивые подосиновики здесь. Ага, так смотри, вот вроде чистые, заходили, кстати, с этого места. Я там еще нашел. Вот так. Еще подосиновички. Так вот спрятались.
Ну, доставай, я обрежу. Красивые. Ах, красота. Ты тут только что прошел. Да, я вот шел тут. Вот. Не, я повыше шел. А вот эхо войны или эхо учений на полигоне. Такие вот штуки тут иногда попадаются. Ты, Саня, в хозяйстве пригодится. Да, пусть лежит. А вдруг война? Пойдем лучше грибов поищем. Вот такие красивые. Опять стоит мухомор. И видим чудо. Чудо-семейка. Три боровичка маленьких, крепеньких красавца. И вот всяких-всяких грибов тут. И вон мальцы режут. Боровички. Вот еще боровичонок. Красавцы. Срежем, посмотрим. Ну, такой крепенький гриб. Прям в амху растет. Чистенький, хороший. Да, есть молодые, есть переростки. Вот ходим, ходим, по одному месту крутимся. То на горочку поднимемся, то с горочки. Ну, на горке больше грибов, чем в низине, самое что интересное. И на горке они помоложе, а в низине все переростки. Будем еще собирать, искать. Он растет под березовик. Вот такие не берем. Там мы принесем, они будут пустяки. Вот такие подосиновички. Вот маленькие. Вот маленькие, хорошие красавцы. Вот. А здесь воронки от разрывов снарядов. Красавец. Травки растет. Вообще неприметно. И тут вот такие воронки от снарядов. Вокруг них ходим и потихонечку собираем. Вот, будем уже заканчивать собирать грибы. В итоге за 2 часа вот столько вот мы собрали. Боровички. В основном боровички брали, подосиновики. У Саня немножко взял маховичков. Надо уже срочно ехать домой, поэтому сбор грибов мы заканчиваем. Но уже много собрано грибов. Поехали мы в воскресенье после обеда. Конечно, это уже мы приехали поздно и нужны дожди. Очень сухо, очень много грибов переростков, очень много. Идешь, трогаешь их, они уже разваливаются. Ну, в целом нормально. Собрали мы неплохо. Всех благ, друзья, вам, вашим близким. До новых встреч!